Центральный железнодорожный вокзал города, Пермь – второе лицо города, был открыт в 1909 году. После реконструкции в начале 60-х на фасаде здания появились механические часы, позднее их заменили на электронные. По утверждениям прохожих, последние два месяца часы не работают. Обращаем внимание, не работают ни пару недель, а месяца два точно совершенно. Нужны, за телефоном весь лень. Бывает, что и торопишься на электричку, и телефон далеко доставать, а тут не видно. А часто вообще пользуетесь? Ну да, каждый день. Ну, вообще говоря, это лицо, конечно, вокзала, да, переживаем. Я сам железнодорожник, поэтому это не, я бы не сказал, чтобы, конечно, это красит нас, это самое. А так это лицо вокзала, да, должно все работать. По неофициальным данным, сейчас электронный механизм часов на ремонте в Екатеринбурге. Нам стало известно, что механизм электронных часов требует дорогостоящего ремонта. Когда часы вернутся на место, пока неизвестно. Ждем официального ответа на наш вопрос от пресс-службы РЖД.